Всем привет, дорогие друзья. Сегодня поздоровался как Дмитрий Крымский. Ну ладно. Короче, проходим сейчас операцию Blackout. Приветствую вас, Вега-5. Иногда прошлое нужно отпустить, чтобы освободить место для будущего. Я Оберон Уайт. Добро пожаловать в Blackout. А вы зачем я это делаю? Я в основном из-за того, что мне просто нужно тракинг довести до конца. Ну, то есть до 40-го уровня. Ну, не прям до 40-го. Ну, просто, короче, набиваю кракен, чтобы добавить ему урон. Потому что постоянно ему не хватает урона. Ну, то есть постоянно либо нокдаун, либо это просто... вот на PvP я играю с ним. И это постоянные какие-то не ваншоты. Постоянно. Вот. И поэтому... Я даже не знаю, какие для него там супер... моды, но один из последних. Модов это на урон, где там вроде бы плюс 150. Единственный способ для вас туда попасть, это подключиться к находящимся внутри сетам. Есть три кресла подключения к седам на нижних ярусах. Так, не знаю, насколько будет громко. Короче, первый... Я не помню, как раньше было. Вот я просто сам недавно начал на Blackout ходить. Там вроде как на выбор можно было. Ну, как мне кажется. Выбирать боссов. Сейчас они автоматически ставятся. И первый, получается... я не помню, как они называются, но первый... Это... Лаборатории, вот такая вот лаборатория, энергии. Потом идет такая вот турель, я не помню реально, как они называются. И последний это тот чувак с бластером, который телепортируется.
Вегатрон, а вас не расщепило на атомы. Это успех, Вега-5. И немного чуда. Все, примерно вот так проходится этот первый босс. То ли Аргус он называется. Честно говоря, я не обратил внимания, если было написано на его этом. Вы эффективны как в защите, так и в нападении, Вега-5. Уортон дурак, что бросил вас. Он предал вас первым. Найс. Вы всегда считали меня злом, Вега-5. Но что есть зло? Зло и добро условно, и границы растут. Я — это прогресс. А он не бывает злым или добрым. Каждый из нас либо идет вперед, либо идет назад. Неподвижного состояния нет. Считать иначе. Аберон лжет. Я хакнула. Никакого расстрела не было. Видео фальшивка. Сейчас будет второй босс. Вообще, ну, честно говоря, мне нравится Blackwood. И вроде как там действует. Ну, короче, бонус за первую победу. Так же, как и на PvP. Вот. И я до сих пор не разобрался. Ну, окончательно. Что там действует? Кстати, я не смотрел никаких вообще совершенно тактик. Я просто знаю, что дрона лежит темная энергия, сконцентрированная в еде. Просто что-то знаю. Запустит цепную реакцию и похоронит это место. Я знаю, что сейчас две турельки будут. Да, вот этот дрон. Щепки активированы. Ядро ультрима для стабилизации энергетического оружия. А, нет, зря это сделал. Ладно.
или не зря. Можно было, конечно, пройти без такого количества смертей, но... Блин, почти забрал гранты на атаке. Я знаю, что она проходится там буквально за 8 минут или за сколько-то. Ну, короче, быстрее, чем мы сейчас проходим, вроде. Я иду с рандомами, я сам вообще тактику никакую не смотрел, не изучал, только лишь примерно. Вега-5, не выдавайте себя и продолжайте выполнять приказы Аберона. Нужно, чтобы он продолжал выходить с вами на связь. Только так я смогу вычислить его точное местоположение. Сегодня мы убедим Аберона Уайта наконец-то сдохнуть. И я бы хотела, чтобы тот факт, что Барбейс готовится бомбить регион, оказался недоразумением, но... Даже если вы переживете бомбардировку, вас ликвидирует группа зачистки. Найдите и убейте Аберона, прежде чем убьют вас. Все, был дрон, Аргус, вроде. А сейчас будет... Я не помню их имен. Ну, сейчас будет кто-то еще. Там, по-моему, награда больше. Она тем больше, чем выше у тебя место. Ну, то есть первому месту дается выше награда. Хотя, я точно не уверен. Может быть, это за очки убийств дается или что-то такое еще. На телепортационный полигон. Нам так и не удалось научиться. Я, кстати, очень много могу тупить вот на этом боссе, потому что я не знаю там расположение телепорта. К чему они ведут. А, это квант. Ну правильно, значит первый был Аргус. Уничтожение панели доступа, заблокируй ворота, они задержат укрепление противника. Понял, он телепортируется далеко, если близко подходит.
скачок в третий зал. Вот там защита. Как она снимается, я без понятия. Серьезно. И как вот эта защита снимается, я тоже без понятия. Вот, а как они туда попали, реально? Ну, вроде как я сейчас должен в этот портал идти. Как-то очень не уверен, мы прошли, но... Спасибо за службу, Вега. В целом на этом все. Дальнейшая ваша судьба меня не интересует. Вы и весь Омега Блэк — одноразовый скальпель, который выбрасывают после операции. Глупо доверять предателям, сами понимаете. Я нашла этого подонка. Садитесь в кресло, я подключу вас к Сэдам. Через минуту здесь будет десантно-штурмовая рота Warface, и пленных бросить не будут. Успейте, умоляю! Убейте Аберона! И... Вы всегда будете моими героями, кто бы что ни говорил. Прощайте, Вега 5. Я, кстати, даже не посмотрел, за сколько мы прошли. Минут 15, наверное, больше. Нельзя убить того, кто уже мертв. Настоящий Аберон Уайт погиб в Белой Акуле 5 лет назад. С тех пор он — это мы. Мы — это лабиринт. Кстати, вот интересно, пока написано «Победа», можно ли убить кого-то и... вот, например, этот... Жека на ноль прошел, можно ли его убить? И это засчитается как смерть. Ну вот первый проход 143 тысячи опыта и 17, почти 18 тысяч варбаксов. Ну, а первым вот разница в опыте. Ну у меня еще супер випка, обычная випка. Ну как бы полный комплект. Я не знаю реально. Вот Кракен даже, ну считай, полуровня апнулся за один проход вот с максимальными ускорителями. Я не знаю почему. Ну, почему так долго? Хотя раньше было, по-моему, намного быстрее. Когда еще была старая система модов. Все, ладно, спасибо, пока.